все, ребятки, я просто хотел ноги помыть от песка после пляжа, перед тем, как в машину сесть. Вот соседний туалет. Да, что-то... Да, что у нас тут? А у нас тут заглушка стоит такая же. Все вырвано. Просто бесит такой подход к делу, организация, блядь, вот это. Да, ребята, Сан-Мари для мер с такими разбомбленными туалетами. Просто позор. Сюда люди приезжают со всей Европы, со всех соседних стран. С Германии, с Испании. Вообще со всех, с Бельгии, близлежащих. Даже с Англии есть английские номера. Позор Виктору Перестукину. Нет, позор Эммануэлю Макрону. Нет, позор мэру этого города, этой деревни.